Doom. Здравствуйте, любители YouTube, с вами снова я, Lord Spectrum, и по многочисленным просьбам я решил записать игру Сприл Загадки Бермудского Треугольника. Что сказать, я знаю, кто такой Сприл, я знаю, что это достаточно знаменитая серия была. Как видите, это у меня не My PlayCity, как вы просили, потому что PlayCity, ребята. Ну, мне реально поднадоел, и я не... Неважно, главное, что у меня есть эта игра. Я попробую в нее поиграть, на самом деле, я не знаю. Знаю, что она вроде бы будет с предметов. Давайте посмотрим, может здесь сюжет даже какой-то будет. Жарким солнечным летним днем где-то в районе Бермудского треугольника плыл на своем корабле отважный лисенок по имени Сприл. Какой хороший сегодня день. Что это? Что происходит? Ой, как кружится голова, что со мной? Ю, что со мною? Спустя некоторое время лисенок Сприл очнулся на дне океана. Что это? Кто вы? Где это я? Привет, лисенок Сприл, мы инопланетяне с планеты Акватор. Акватар. Это мы погрузили тебя на дно. Привет. Не бойся, мы сделали так, чтобы... Так, чтобы ты можешь дышать под водой. Так, хорошо. Давным-давно к нам в руки попали сведения о том, что где-то в этой местности затонул корабль, на борту которого была легендарная жемчужина Посейдона. Долгие годы самые отважные мореплаватели пытались отыскать ее, но никто ничего так и не нашел. Несколько десятилетий назад мы прилетели к вам на Землю, чтобы отыскать эту жемчужину. Она очень необходима нам, на нашей планете. Мы искали, но пока безрезультатно. Нам удалось найти некоторые подсказки, однако они лишь ставят больше новых вопросов, нежели дают ответов. К тому же мы не очень хорошо знаем вашу земную жизнь, поэтому для решения этих вопросов мы погружаем под воду различные корабли и самолеты. Если их команды нам хоть чем-нибудь помогают, мы возвращаем их на поверхность, а остальные остаются здесь. Больше сейчас остаются, как я понял. Если ты сможешь помочь нам отыскать жемчужину Посейдона, мы возвратим на поверхность и тебя, и твой корабль. Да еще и как следует вознаградим. Ну а если нет, останешься здесь навсегда. Хорошо, я все сделаю. Ха-ха-ха-ха. Этот корабль принадлежит пирату Джо. Именно он много веков назад выкрал жемчужину из самой сокровищницы Посейдона. Собери на этом корабле все предметы, на которые укажут подсказки, найденные нами ранее. То есть вот это вот корабль, да? Далее. На время, да? Не знаю, ребята, я не особо люблю решать такие задачи на время. Ну, попробуем. Это записная книжка, в которой отображаются предметы, которые вам необходимо найти. Окей. Кликните по предмету, на который указывает стрелка. Угу. Кость, пончик, пара перчаток, вот, морковь, слушайте, я где-то видел морковь недавно. Вот морковь, как раз таки. Графин. Один бокал.
Второй бокал. Сабля. Вот бы. Кость, пончик. Нет, так, погодите. А, вот кость. Кость я нашел. А, это что, не сабля разве? Ох, это ж, блин. Конёк. О, ребята, ну я не знаю. Это что такое, интересно? Ладно. Тут трость. Пончик, корона и сабля. О, что ж, блин, ребята. А вот сабля. Осталось только пончик найти. Пончик-то самый простой, он круглый, он вкусный. По идее, не должно быть проблем в его нахождении. О, поскольку это первый ролик. А, вот. Превосходно, вы собрали все предметы, на которые указывали найденные подсказки. Продолжить. Молодец, отлично. Однако, чтобы попасть на следующий корабль, тебе необходимо решить задачу головоломку. Да? Если вы не можете найти предмет, используйте подсказки, да, я понял. Охренеть! Тут валяется вещей. Что рвал ручка зубчатое колесо? Типа шестерни, да, получается? Гитара. Чё здесь гитара-то забыл? Киса. Два свитка. Метла, костыль. Два свитка. Так. Две именно шпаги. Именно шпаги, значит, да? Хорошо. Ты не шпага, а ты не. Штурвал мне нужен. Вот штурвал. Мне бы хотя бы одним бы свиток бы найти, это было бы ой как хорошо.
Мне уже хорошо, я уже доволен. Так, осталось нам только зубчатое колесо и шпагу отыскать. Зубчатое колесо осталось нам с вами, ребята, отыскать. Только я вот что-то не вижу его нигде. Мне 7 минут дано, то есть мы как бы можем еще с вами, ребята, поискать. Но мне вас задерживать, ребята, не хочется. И самому задерживаться тоже не хочется. Давайте по... Поздравляем, вы собрали все предметы в этой комнате. Ну, я предскажу, что это комната. В центральной части центральной трубы, офигеть, находится магический предмет, золотая ракушка. Попробуйте каким-либо образом достать ее. Отлично, вы разгадали эту головоломку. Теперь вы получили доступ к пассажирскому кораблю. Найденные тобой предметы и наши технологии помогут нам узнать о том, что здесь происходило задолго до нашего прибытия. Найденные предметы дают нам новые подсказки. Далее. Здесь я, то есть, пока что... Десять предметов, давайте здесь поищем. Сейф. Наручники. Прямо все по канону. А еще разработчик игры? Не, ребята, ну где-то я его точно видел. Ну это корабль. Где ж корабль-то? Ну и звуки, мать его. Какая клавиатура ты тебе имеется в виду? Это клавиатура. Или компьютерная ты имеешься в виду? Клавиатуру. Ты какую клавиатуру имел в виду? Чувак. Вот клавиатура. Вот клавиатура. Нет, сплю. Нет, говорит он. Ищи другую клавиатуру. Циферка не нужна пока. Ё-моё, звук меня реально тут пугает. Еще реально кусочек пиццы найду таким образом. Или кирпичи сейчас отложу. А какая клавиатура-то имеется в виду? Я никакой друг... Офигеть! А вот сказать, что именно клавиатура именно компьютерная. Просто это тоже клавиатура своего рода. Как вот это, в принципе. Так, что там еще-то? Ветка.
часы, перец. Часы, перец, наручники, сейф. Ну, сейф, я думаю, где-то за картиной. Ну, было бы логично, ребята. А, вот сейф. Осталось нам только с вами наручники, перец и часы найти. Наручники, перец. А вот черт его знает, ребята, я вообще не знаю, не вижу. А че он мигает? Перец. А. Офигеть. Хорошо, вы собрали все предметы, на которые указывали найденные подсказки. Это мы погрузили сюда этот пассажирский корабль. На нем было много людей, но лишь немногие стали нам помогать. Некоторые даже прятали от нас найденные предметы. Тебе выпала честь исправить это недоразумение. Здесь у нас опять 10 предметов. Кисть виноградом. Ружье. И шпага, да? Что это вот? Еще бокал еще где-то тут должен быть. Вот бокал. Чё, где этот? Летучий мышь должен быть крылатый. Только где он? Ага. Так, меч. Шлем. Ай, скрипка. Сундук? Сундук. Ты тебе еще на голову повешу. Это из Масяни, если кто не в курсе. Так. Сундук. Я не вижу сундук, вижу бочек дофига. Вот ящерку нашел. Осталось там только три предмета. Шпага, значит, которую... Вот она. Значит, осталось только летучая мышь и сундук. Ну, хотя бы сундук или хотя бы одну летучую мышь. Да, Коша? Вот сундук. Ты не летучий же мышь. Они хотя бы подскажут, как подсказки-то дополнительно найти. Поздравляем, а вы собрали все предметы в этой комнате.
Спасибо, я это уже понял. Так. Осталось только две, да? Давайте еще один пройдем. Я скажу вам. Не придем чуть больше. На уровне могут находиться знаки вопроса. Если вы их найдете, то получите дополнительную подсказку. Вот оно. Вот этого я ждал. Вот этого, да. Два графина. Два графика, блин. Два графина. Вот один графин. Или графин? Что это такое? Монета. Рак. Кастрюля? Где кастрюля? А где ваша мать? А, вот кастрюля. Коробок спичек. Ну, коробок спичек. Будильник. Дипломат. Две вазы. Превосходно, вы собрали все предметы, на которые указывали найденные подсказки. Ага, я даже саму подсказку нашел. Предметы, которые ты собираешь, помогают нам раскрывать тайны далекого прошлого. У тебя хорошо получается. Ты полезный землянин. Да я лучший землянин, ваша мать. Так. Я хочу, понимаете, пройти один хотя бы корабль полностью. Так. О. Вот стрела. Вот карандаш. А где мой ползучий друг? Змея имеется в виду, вот, с кольцом. Фу ты, блин. Цветок. Вася. Нет. Чё? Я микроскоп ищу, не мешай мне, Коша. У меня, кстати, такой же красный есть где-то. Лежит мне. Солдатик. Какой? Знаешь что? Осталось только змею или где-нибудь вопросик бы найти, бы что-нибудь такое. Чтобы знать, какая змея имелась в виду, настоящая или...
Все, погодите. Я не поступал вопрос, почему я сейчас прорываюсь. Опять дверь закрывал. Потому что всегда объясняю причины. Поздравляем, вы собрали все предметы в этой комнате. Хорошо. Так. Здесь осталась одна. Вот это вот. Когда я этот уровень решу, я надеюсь, смогу туда вернуться. Две шапки. Чем не шапка, ё-моё. Так, ладно. На нож, стакан соком. Чего? Нож? Компакт-диск, реально же видео. Вот он. Надо было написать швейцарский нож. Чтобы что-то написали, просто нож. И чё нож? Нож это нож, а это швейцарский нож. Неправильно, неправильно. Шуба, то есть шапка где? Танк. Я сам сейчас как в танке, бля. Умняша. Это который умняша не Федор, что ли? Лайк, кто знает этот мультфильм. Про умняшу не Федова. Что она погиб называется, по-моему, рассказ. Ладно, нас танк интересует. Танк. Мотоцикл. Мотоцикл уже не интересует. Танк, бутылка и часы. Танк, часы. Дурак. Так вот так. Ну, нашел же. Неплохо. Вы собрали все предметы, на которые указаны на либо сказки. Неплохо, блин. Люди с этого корабля доставили нам немало хлопот. Хорошо, что теперь у нас есть ты.
Мы верим в твои способности. Ты поможешь нам. А чё я? Давайте, ладно, еще один раз здесь пройдем и все. Давайте верхний. Граната. Чайник. Дыня. Вот. Хот-дог. Наушники. Видеокамера. Вот. Киса там орёт, блин. Сейчас. Продолжаем. Так, граната. Чайник. Чайник-то я в любом случае должен найти. Это не такая уж вещь, которую можно так просто не заметить. Гранату мы нашли. Ты чайник, нет? Где же чайник-то? Сковорода, главное, тут, блин, на виду, блин, а чайник это прям вообще целая история. Наверняка еще где-то вопросик висит по-любому. Аудиокассета? Ну, это уже никакие ворота. Аудиокассета это такая, знаете ли, вещь. Вот аудиокассета. Протез руки. Патрон, галстук. Патрон, так. Патрон это вещь достаточно таки маленькая. Верно? Но если это патрон от мушкета пиратского, то это достаточно таки весомая вещь. Это еще что такое? Ох ты ж, блин. А вот насчет чайника с наушниками. Немножко другой вопрос. Сказать, что это я такой тупой. Чайник мы нашли, допустим. Офигеть! А патрон? Ладно, допустим. Поздравляем, меня вы разобрали предметы в этой комнате. Уходим отсюда. Так, ну что ж, ребята.
Игра интересная, да. Игра хорошая. Мне даже сплин нравится чем-то. Но, ребята, если вы хотите, чтобы я ее продолжил, да, ну. 5 лайков, ребята, и ради бога, пожалуйста, продолжу вообще без базара. Мне бы даже хочется ее продолжить, поэтому. Так что вы просили, я сделал ролик, ребята. С вашей стороны жду активности. Ну а что хочу сказать, оценку, да, давайте поставим игре. Ну, балл сброшу за время, потому что, ну, оно, конечно, не играет роли, но не люблю я такое время. Вот. Оформление графики, да, само по себе хорошее. Сам лисенок мне нравится, он такой милый. Но не слишком реалистичен, поэтому еще, ну, не слишком... Он милый, но не настолько, насколько мне бы того хотелось. Как котенок, например, в «Легенде о большой рыбе», да, то есть как бы он... Сприл есть сприл, но тем не менее. За это балл тоже минус, поэтому 8 баллов из 10 я поставлю. Музыка хорошая, 10 из 10 и так далее. В общем, общая оценка 8 из 10, ребята. Даже нет, давайте так, 8,5. Оценка игры вот такая, 8,5, да, по SPMN все дела очень хорошо. 5BN, все дела. Ну что, ребята, вот такая вот игра. 3 лайка, и я ее продолжу. Ну, а вам что, ребята, хочу сказать... 5 лайков, я ее продолжу. И что хочу еще сказать, так это, ребята, подписывайтесь на оба моих канала, если вы по какой-то причине до сих пор этого не сделали. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, где находится эксклюзивный плейлист, в котором находятся ролики, которые проектировал я сам. Некоторые из них восстановлены из пепла Ютуба. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео во всех социальных сетях. С вами был Лорд Спектром и игра Сприл. Загадки Бермудского треугольника. Загадка Бермудского треугольника. Значит, и пока. Ведь очень скоро. И вообще, пока. 5 лайков, ребята. Пока.